Добро пожаловать на прохождение игры Among the Sleep. С вами Андрей Доцент. Мы, видимо, в очередном детском кошмаре. Ну, давайте-ка будем искать отсюда выход. Нашли медвежонка. Ох, нихрена себе, это что меня так сейчас подтолкнуло? Возьму медвежонка. И может легче станет. Да что ж творится-то? Что за черт? Меня преследуют? Так, так, так. Какие-то странные символы. Странные символы. Ой! Это гром, оказывается, господи. Ох, как темно-то тут, а? Как же тут темно, с ума сойти. Надо, короче... Это, видимо... Это, видимо, офис. Кто тут работает, не знаю, отец, мать. Ой, ой, ну только вот не надо вот этого вот. Ради бога. Ага. Хрен из два у меня получится. Так. Забираемся. Отлично. Открыли. Так. Давай, 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 давай. Заходи, заходи. Так, это спальня, видимо, родителей. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Что-нибудь внизу есть? Нет, внизу ничего нет. Ну да, на четвереньках он гораздо шустрее ползает. Давайте-ка посмотрим. Так. Что за черт? Я понял. Я спрятался. Нет? Так. Медвежонок сказал, что ее тут нет. Любопытно, тогда куда же она могла деться? А что за звуки? Кто напевает? Я же здесь был. Я что, назад иду? Видимо, да. Так, через этот. Пойдемте через этот. Часы. Ой! Ой! Господи! О-о-о! Хорошо, адреналинчик прошиб. Так, вот это уже интересней. Видимо, в комнате, что ли? Откуда я пришел? А это что такое? Это куда я попал? Действительно, что это такое? В какую-то эту попал, я не знаю, в портал своего рода. Так, вижу... Мы по воспоминаниям, что ли, гуляем? Her, да, воспоминания. Like... Так. Так, используйте этот, чтобы открыть инвентарь. Ага, вот инвентарь. И куда же мне с этим инвентарем? Ой.
что же мне с этим медальончиком-то делать? Ой! Поехали! Загрузка! Пошла загрузка! Так, значит, мы куда-то сейчас попадем, как было сказано в фильме начало. Ох, нифига себе! В другой уровень кошмара. Это какое-то адское приключение. Да все в порядке. Давай, на ручки. Это, по-моему... Медвежонок прям вообще, я не знаю, всю ситуацию, по всей видимости, спасает. Так... Да вы гляньте, там вдалеке качели, какой домик, тут черт знает что творится. Мы точно где-то по границам разума гуляем, я не знаю. Но мне создается впечатление, что мы просто спим. Просто спим. Давай, открывай. If you help me up. Открывай. Открывай. Whoa, look at this place. Ага, все, так, открыли. Что у нас тут? Че смотришь? Listen. There it is again. Слушай, вот опять. It sounds like it's coming from behind this door. Ну давай выясним, что за звук оттуда доносится. Ну-ка. Open it. It seems так. Like these are connected somehow. Куда ж ты полез? Давай. Maybe it requires some sort of key. Может, нужен какой-то ключ? Is there anything we can use? Какой ключ? Сюда, что ли? Или сюда? Нет. Так, я ключик решил положить. Не ключик, а этот, как у ожерелья. Медальон. Ну и чё, закрываем. Закрыли. Какие сложные механизмы-то, а? Ох ты! Мышкой вращаем. Чёрт! Ой, чёрт! Why didn't it open? Почему она не открылась? А, мне надо, видимо, эту херотень гонять повсюду, да? What did you find? Ага. It's rather small, but it looks ну, давай. Like my paws might fit. Засовывай лапу. Ага. It's a button. Черт, ты что сделал? That's it. А, нет, открывается. Like а чё, обратно я не смогу забрать? Like this, то есть, нам нужно найти еще три медальончика, чтобы вернуть воспоминания о матери. И вернуться, honest, вернее, проснуться. It scares me a bit. But don't worry, I'll do my best to keep you safe. Поехали! Отлично, отправляемся в новое путешествие. Что-то загрузки зачастили. Больше по дому гуляли. Так, ну... Как говорится... Ух ты! Приключение начинается, нифига себе сны. Это у нас... Это как это, играть... палочкой лупишь по ней. Игрушка такая. This doesn't look too bad. Боюсь, мне так просто не дадут собрать все эти воспоминания. Как всегда, как и в любой игре. Поэтому придется, чувствую, мне запастись нервами. Надеюсь, нас здесь не убьют. Ой! Что-то подобрал. Так. Отлично. Побежали. Да. Я и забыл, что у нас главный герой до сих пор... Over there.
Ага, вот воспоминания. Что у нас главный герой еле на ногах стоит. В силу возраста. Небольшого. Поэтому... Ох, сейчас горки будут. Поехали! Чпоньк. Так, что это у нас такое? Чё это я такое подбираю? Так, Тедди. Может, лопаточку мне тут подобрать? Давайте посмотрим. Нет, лопатка не вариант. А-а-а, мне надо собрать еще несколько штук. И где ж мне вас собрать-то? Ну, пойдемте по порядку. Так, что у нас здесь? Да чтоб тебя! Раз. Тедди. Тедди. Тедди, мне страшно. Чё-то происходит? Ой. Куда я попал опять, а? Тут какие-то следы. Так, еще и сохранение прошло. Ну, хоть это радует. Я думаю так, если у нас здесь есть сохранение, значит, в теории меня здесь могут прихлопнуть. Поэтому действительно надо быть начеку. На четвереньках. Так. Двигаемся. Что там? Да нахрена я Тедди-то взял? Так, тут мне, видимо, не пройти. Или пройти? Ух ты, ё-моё, она аж вон там находится. А нет, стойте, есть вариант. Так. Вот так, хорошо. Чё эти записки, они ничего не дают? Тут Слендер не появится? Давай, выворачивай меня назад. Боже мой, какие звуки-то страшные. Опа-на. А вот это мне вообще не нравится. Да что ж за крики-то такие, а? Ой, страхи-то какие. Так, здесь у нас что? Возможно? Да возможно. Ага, черта с два мы откроем. Ну ладно. А тут у нас граница. То есть сюда мы не сможем пройти. Давай, поднимайся, падаем. Снова поднимайся и снова падаем. Да чтоб тебя. Так. Ну, видимо, сюда нам надо идти. Хотя нет, можно еще и сюда пройти. Давайте-ка здесь посмотрим. Что у нас тут? Ага, я не могу открыть, потому что камень. Как же мне тогда поступить-то? Что тут у нас нарисовано? Надо, короче, как-то мне это колесо сбить. Опа! Так. Опа! Вот так вот. Главное, колесо, которое сбивает камень, смогла, а сам камень аккуратненько отодвинуть нет. Так, ну ладно. Да открывайся ты! Есть. Фух,
забрали. Да что здесь творится? Что-то они сами качаются. Так. Полезли. Хватаем. Тедди. 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 Господи. Сова. Так. О, можно даже здесь заныкаться. В случае чего. Нет, нам придется, наверное, в пещеру эту прыгать, да? Опа! Ой! Ой-ой-ой-ой! Тедди как фонарик использует. Да я это уже делаю не знаю сколько. Тедди сам очкун. Вон в центре есть что-то. Надо как-то достать теперь. А, так это же это. Яйцо, что это? А, сова. Ох ты, ё-моё. Откуда она тут... Ой, ты боже ж ты мой. Поднимайся. Открывай. Так. Ой, нет. Боже, нет. Уходим отсюда, пока не поздно. Так, у нас сохранение прошло. Прошло сохранение. Давай. Да давай, ты поднимайся, ё-моё. Есть. Чё, меня что ли запустите? Не вариант. Надо как-то... надо просто по этой забежать и все, господи. Это, видимо, противовес был, чтобы я мог забежать. Ну ладно. Так. Забрались. Да, ну и приключения. Так. Ух ты, боже ж ты мой. Давай, 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 давай. Нас там воспоминание ждет. А что у нас здесь? Можно пройти? Нет, а тут тупик. Лучше уж на четвереньках поползать. Так, надеюсь, там никого нет. Ох ты! И вы здесь, господа! Бежим. Бежим. Так, воспоминания. Опа-на! Как мы вовремя-то упали. Отлично. Отлично. Подобрали воспоминания, и какой-то радужный мостик у нас. Finally. We must be getting closer. Ну, здорово. Все, я опять в трубу канализационную. Ё-моё, прям как черепашка-ниндзя. Есть, загрузка пошла. Так, и что у нас тут будет? Сохранение прошло. Зашибись. И вернулись опять к этому месту. Здорово. Так, Тедди. Видите, какой классный. Какой классный у нас Тедди. Давайте-ка подбежим к дому и посмотрим, что у нас там будет. Верно глаголишь. Нам надо выбираться из этой передряги. А вот как? Так.
She must be so worried about you. But don't be afraid. Ну и что мне делать? You and me will work this all out together. I know we will. Это, видимо, мой проводник. Well, это прям как это. You know the ropes by now. Это прям как это, божественная комедия Данте Алигьери. Ну, это вот игра была, как его... А, Данте! Проводник вот был Вергилий, так и этот у меня медвежонок, видимо, по царству снов. Сопровождает меня, давай крутись. Так, мышкой вводим, вводим. Жми на кнопочку. Есть. Есть. Что-то yes, там. She sounds clearer now, don't you think? Куда-то новый путь Whoa. Нам открыли. Ого. Come on, we have no time to lose. Watch your step. Да я смотрю под ноги. Whenever you're ready. Конечно, готов. Какие проблемы? И прыгаем. Вау, загрузка в очередной кошмарный сон, скажем так. Да. Нехилое такое приключенице. Поспали, понимаешь. Уснули в обед. Ох, куда мы катимся? Что-то больно далековато. И очутились мы в доме. Ну, думаю, здесь мы на этом с вами и закончим. А искать частички воспоминаний мы будем в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Все, ребята, всем пока. Пока.